Термеканизм. Но у этого робота не хватает мозгов. Итак, если твои руки из правильных рук растут, то ты можешь сделать. Зачем искать мозги там, где их нету? Привет, народ! И что вы видите? Да, вы видите руку Терминатора своими руками. То есть, своими руками. И представьте, если таким ребятам дать настоящие технологии, какого термика они сделают? Наверное, вот такого. Итак, раз. Но у этого робота не хватает мозгов, а у этой руки вроде все хватает, но... Но эта рука сделана с хлама в гараже. Итак, если твои руки из правильных рук растут, то ты можешь сделать правильную руку. Вот такую. Ну а если у тебя руки растут с правильного места, то ты можешь сделать вот такую руку на сервоприводах с... блоком управления, там, со всеми всякими прибамбасами. Обалдеть, и спасти мир, наконец-таки. Да, спасти мир. Рука практически как живая, настоящая, двигается. В общем, все как надо. Единственное, опять-таки, не хватает ей мозгов. Вот это проблема, короче, проблема всех. Пацаны, которые сделали эту руку, ну, просто красавчики. И мы вас помним, пацаны. Сделайте, наконец-таки, протез с мозгами и нашего производства. И спасите миллионы жизней, миллионы, так скажем, людей, которым не на что надеяться. Им только надеяться на вас. Так что разработка просто супер. Зачем искать мозги там, где их нету? То надо искать мозги там, где они есть, а именно искать там, где... Вот такие руки, правдоподобно. И напоследок скажу, что данная технология – это будущее для тех, кто его потерял. Поэтому не останавливайтесь на достигнутом и развивайте технологии, которые помогут многим. Всем пока!